Следующий автор, ну, он больше известен, конечно, тем, кто учился на фортепиано, потому что он преподавал фортепиано в в Институте культуры. На кафедре фортепиано он был педагогом, профессором был, автором множества интереснейших и симфонических, и каких угодно. И балет у него есть, книга «С джунглей». И много интереснейшей музыки, интереснейшей. Если честно, может быть, когда-нибудь мы отважимся здесь что-нибудь еще его покажем. Может быть. Юрий Николаевич Корнаков. Исполнилось ему 80 лет со дня рождения. Но, увы, его нет в живых, поэтому и здесь его нет с нами. Вальс «Стаккато». Попросим Марию Сапаргалееву